Сегодняшняя сессия Хакасского парламента отметилась сразу двумя сенсациями. Сергей Комарова в кресле председателя бюджетного комитета сменил знаменитый Альбертыч Олег Иванов. А вот Евгений Серебренников, занимавший пост сенатора от Хакасии с 2006 года, не смог набрать нужное количество голосов. На сессии было еще много чего занимательного и достойного внимания. Своими впечатлениями по уже сложившейся традиции с вами сейчас поделится исполняющий обязанности главы республики Михаил Развожаев. Михаил Владимирович, здравствуйте. Добрый вечер, Ольга. Наши встречи в прямом эфире стали уже постоянными и вызывают большой интерес у зрителей. Вот расскажите, что сегодня в вашем красном блокноте. Спасибо. Добрый вечер, уважаемые жители Хакасии. Ну, хотел бы я начать с другого. Сегодня из Республики Крым пришла страшная новость о взрыве в Керченском колледже. Я хотел бы выразить соболезнования родным и близким всех, кто погиб в этом страшном взрыве, пострадали дети, преподаватели, и пожелать скорейшего выздоровления тем, кто сейчас попал в больницу и проходит там лечение после этого страшного события. А теперь о сессии Верховного Совета. Действительно, сегодня состоялась сессия Верховного Совета, было принято важнейшее решение. Были утверждены поправки в республиканский бюджет на текущий год. Я хотел бы поблагодарить всех депутатов Верховного Совета, потому что вне зависимости от политических взглядов и убеждений, поправки в бюджет были приняты сегодня единогласно. И это позволит нам сделать важнейшую вещь – разблокировать счета в муниципальных образованиях. Уже завтра с утра деньги кредита, который мной получен в Москве, будут направлены в муниципальные районы. В пятницу они попадут в поселения, а в понедельник поселения начнут расчеты с муниципальными предприятиями. Это позволит выплатить заработные платы, ГСМ, электричество, рассчитаться погасить задолженность по зарплате в жилищно-коммунальном хозяйстве. По поводу жилищно-коммунального хозяйства и то, что люди там не получают зарплату, я держу на личном контроле. Вот сегодня, например, наконец-то по август месяц погашена заработная плата перед работниками Тёйского универсала, поселка Вершина Тёи. На этом у меня сегодня все. Завтра расскажу о очередных событиях, о очередном рабочем дне. Хорошего вечера, берегите родных и близких. Михаил Владимирович, спасибо, что каждый день находите время для наших зрителей. Ждем вас в следующих эфирах. Спасибо. До завтра.